Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 86-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке мы с вами посмотрим классный виджет, это звуковые эффекты на любые объекты. Через стили графики, то есть на любой элемент Muse, хоть виджет, хоть на другой виджет, можно повесить звуковой эффект как при наведении мыши, так и при клике. Вот сейчас вам пример. При наведении мыши я наложил звук. Итак, как это реализовать? Прежде чем мы посмотрим виджет, мы должны подготовить музыкальный файл, который будет у нас при наведении или при клике. Вы должны понимать, что музыкальный файл не должен быть большим. Это просто какой-то элементарный звук. В папке с уроком я вам приложу звук в формате MP3 и тот же э, звук в формате OGG. Почему два одинаковых звука в разных форматах? Ну, предполагается, что формат MP3 может воспроизводиться не на всех браузерах. Тогда будет проигрываться файл OGG. То есть он также необходим. Как вообще взять этот файл? Вот есть mp3 файл у вас, да, музыкальный файл. Его несложно найти в интернете. Но OGG файл это достаточно редкий формат. Как его получить? Я вам посоветую бесплатную программу. Называется она «Фабрика форматов». На сегодняшний момент записи последней версии 3.9.0. Это бесплатная программа. Найдите в интернете официальный сайт разработчика. Установите обычным способом и как здесь можно форматировать. Вот здесь у нас есть такие плитки, по клику, по которым мы можем выбрать, в какой формат нам форматировать. Да? То есть вот здесь вот есть внизу фото, документы, это преобразование тех или иных файлов. И нам нужно вот такой пункт аудио. Нашли аудио, и вот здесь вот находим ОГГ плитку. Кликаем по ней. И сюда нам нужно просто перетащить наш mp3 файл. То есть вы просто вот так мышкой зацепляете и переносите сюда файл. Вот здесь вот ниже конечная папка, можно выбрать сразу путь, куда сохранить файл уже в формате ОГГ. здесь мы нажимаем ОК, OK, выделяем мышкой наш файл и нажимаем вот здесь Старт. Все, и наш файл готов в формате OGG. Итак, мы подготовились с вами, значит, к уроку и переходим теперь в Adobe Muse. Итак, виджет мы перенесли на холст, открываем настройки и первым делом вот вот здесь написано Audio MP3 файл. Нам нужно кликнуть по ссылке, и добавить файл с компьютера в формате MP3. Я выбираю, значит, mp3 файл с компьютера. И сразу же тот же файл я выбираю ниже. Написано вот OGG, видите, да? Добавить файл. И добавляем тот же самый файл с тем же названием. Так, файлы мы добавили. Далее мы копируем название нашего файла музыкального без расширения. Учтите никаких русских букв. Сразу ваши файлы назовите как-нибудь по-английски. И вот здесь вот в этом поле нужно прописать название нашего музыкального файла. И Enter. Дальше вот это вот, это у нас громкость. Максимально у нас единица. По нижней стрелочке можно кликнуть, убавлять громкость именно проигрывания в нашего файла, если он слишком громкий. А дальше стоит галочка Sound Preloader. Не трогаем ее, оставляем здесь, если файл слишком большой, то предполагает показываться предзагрузка Preloader, когда музыкальный файл должен сработать. Я не пробовал, честно говоря, большие файлы загружать, я этот прелодер поэтому ни разу не видел. У меня файлы музыкально всегда маленького размера. Дальше вот сейчас вот с этим элементом мы поработаем. Ниже у нас mouse hover, галочка стоит при наведении мыши срабатывать звуку на объекте. И сразу стоит еще и при клике, одновременно можно сделать, ниже. Если нужно только при их наведении, то снимаем вот здесь галочку только при наведении мыши. Если нужно только при клике мыши на объект, чтобы срабатывал звук, значит ставим здесь галочку, а здесь снимаем. И еще у нас есть такой k пресс это при нажатии клавиши. Не совсем понятно, то ли при нажатии клавиши на клавиатуре. В общем, на ваше усмотрение. Можете галочку оставить здесь тоже. У нас, в принципе, все готово. Теперь нам осталось наложить, то есть на какой объект нам использовать звук. Да? Смотрите, вот этот элемент у нас меняется здесь в поле. Это у нас график стайл. Это говорит о том, что мы можем виджет дублировать, менять здесь любое вообще значение. То есть точку мы здесь обязательно оставляем перед значением. да. И по-английски любые слова можем писать. Это у нас будет индивидуальный стиль графики для каких-то последующих объектов. Итак, что мы делаем? Я беру просто простой прямоугольник. Пускай это будет какая-то кнопка. И пускай она звучит при наведении мыши захожу в виджет, я копирую вот эту переменную, да, без точки. Выделяю наш объект, и дальше вы уже знаете, что делать. Мы переходим в стиле графики, создаем новый, и я пишу этот стиль. Так как у меня уже это имя занято, оно не уникальное, я ставлю здесь еще двоечку, подставляю, и окей. Но раз я здесь это изменил, значит нам нужно пройти в виджет и здесь также дописать двоечку и по сути у нас уже все работает должно срабатывать при наведении мыши давайте посмотрим в браузере и проверяем я слышу звук при наведении у нас с вами все работает вот такой вот замечательный виджет на этом я заканчиваю этот урок и увидимся с вами в следующем